Ну, такая программа радушия у нас. Акцент на позвоночнике, на раскрытие грудной клетки. Поэтому сегодня может быть ощущение, что вот эти занятия ни в коем случае себя никуда ничего не тяните. Это все те перекосы, которые у вас были, которые выровнялись, они просятся обратно. И вы просто понимаете, осознавайте это и оставайтесь в ровном таком раскрытом положении. Не давайте физике, то есть она как пружина, которая привыкла быть в определенном положении, ей нужно время, чтобы привыкнуть быть в ровном положении. Поэтому вот эти вот все после занятия желания, что-то надо было работать на занятия. Вот. Качественно, честно, как для себя. Где-то выкладываться, где-то прикладывать усилия, где-то прикладывать усилия, чтобы глубже расслабиться, успеть расслабиться в динамике, еще как-то. Вот. Это все задачи для занятия. Если вы после занятия начинаете кулаками махать, после драки, это все только во вред. Поэтому уважайте свое вот это вот ровное, вытянутое, раскрытое состояние. Давайте физике привыкнуть к выровненному такому положению, и наш физический функционал, он также привыкнет, и потом, когда вы где-то себя перекосите, она будет, физика, физическое состояние будет проситься вернуться обратно в ровное раскрытое положение. Вот, всех обнимаю, люблю, целую. Сейчас можно полежать, расслабиться в шавасане. До скорой встречи. У нас следующее занятие в субботу. В субботу мы попозже занимаемся. Вторник, четверг у нас 6:30. Сегодня чуть-чуть перенесли из-за определенных обстоятельств благоприятных, но сдвинувших наше время. По субботам 8:30. Чуть-чуть, чтобы поспали все выходные. У кого это выходные. Все, до скорой встречи. Увидимся. Пока-пока. Да, у нас сейчас будут ледяные ванны, вот такой вот лед, купель, и такое вот пространство здесь, вот шум дождя и водопада. Занимали. Быть на море.